Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем, как правильно заменить картридж в Saurin Air. Saurin является закрытой подсистемой и работает на сменных, перезаправляемых, но не обслуживаемых картриджах. Поэтому, если вы почувствовали привкус гари, вкусопередача или количество пара в вашем устройстве заметно снизились, то картридж необходимо заменить на новый. Для начала извлеките старый картридж и выбросьте его. Достаньте новый из упаковки. Откройте заглушку в нижней части картриджа и заправьте его жидкостью. Для данных картриджей мы рекомендуем использовать жидкость с количеством глицерина не более 60%. Плотно закройте заглушку и дайте картриджу постоять минимум 5 минут, чтобы наполнитель в нем хорошенько пропитался жидкостью. После этого можете вставить картридж в батарейный блок и пользоваться устройством. Делайте плавные и в меру длинные затяжки, это позволит жидкости испаряться должным образом. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нет Бай и до встречи на нашем канале.